Добро пожаловать, ребят. Я лейтенант. Зовут Иван. Вы меня тоже так и зовите. Не люблю эту субординацию. Смотрю, вас только трое. Говорю сразу, жизнь тут не сахар. Ну и не тюрьма тоже. Коллектив тут хороший. Многие уже были не в одном бою. И все детские насмешки у них остались на поле боя с погибшими товарищами. Так что тут только взрослые, серьезные мужики. Хе-хе! Ну что, испугались? Не боитесь. Уже через 3 месяца я сделаю из вас отличных бойцов. Ладно, за мной! Так, парни, приступим. Хатон, Бреннер, потренируйтесь с этими ребятами. Ну, а тебя как звать? Норин, товарищ капитан. Ну что ж, Норин, давай на позицию. Вы не делаете из тебя первоклассного сука. Ну что, Рагнар, может это... Обмоем-то новобранцев. Ха-ха-ха, Иван, тебе лишь бы выпить. Не будь ты таким первоклассным мастером, я бы тебя давно разжаловал. В общем, вечерком заходи ко мне в кабинет. У меня припрятано, наверное, было случая. Я не выдал все трудно. Я с утра до ночи тренировался в поединке. Был кровью в этот момент. После всех тренировок я зашел в казарму, но не там не было. Ночь не была. Бойцы, сегодня ночью были слышны какие-то крики со стороны леса. Нужно 5 добровольцев, которые желают сходить со мной на разведку. Товарищ капитан, я... немного не в форме, я останусь в лагере. Хорошо, Иван. Может мне вызваться добровольцем? А что, хоть какой-то опыт будет. Так, отлично. У вас 15 минут на сборы, и мы выдвигаемся. Удачи! Ой. Так, ребята, будьте аккуратны, ведь никто не знает, что может произойти. Товарищ капитан, а может это разбойники напали на кого-то? Все возможно, сынок. Ведь... Локтарагар, войны! Вперед, братья! Задор! Орки! К оружию, братцы!